Всем привет! С вами гитарный мастер Павел Алексеев. И сегодня я расскажу вам об одной маленькой хитрости, которая может вам пригодиться при отстройке мензуры на гитарах типа Stratocaster. Очень часто возникает необходимость отодвинуть седло струны еще дальше, для того, чтобы отстроить мензуру более точно. Но мы встречаемся со сложностью в этом, потому что здесь вот стоит пружинка, и она не дает нам отодвинуть седло дальше. Все очень просто. Нужно эту пружинку отсюда снять. Никакой физической ценности, никакой ценности для звучания эта пружинка не несет. Поэтому совершенно запросто берете и убираете ее отсюда. И у вас появляется еще миллиметра 3 для того, чтобы отрегулировать и поставить седло там, где оно должно быть. Вот так. Все очень просто. С вами был Павел Алексеев. Всем пока. И оставайтесь с нами.